Не ошиблись те брещане, кто вечер субботы провели вместе с потрясающим коллективом труппой цыганского театра «Джипси Бэнд». Что означает название? Ответ прост. Цыганская банда. Но какая? Все молодые, креативные, позитивные. А вокалу могут позавидовать и мэтр белорусской эстрады. А главное, что ребята ушли от стереотипа. Полная цыганка на сцене, седовласый цыган с гитарой и ничего, кроме «на-не-не». Звучала задорная современная цыганская музыка. Своеобразная ассорти из репертуара испанских и русских цыган, мадьярских и белорусских. Что может быть зажигательнее, великолепнее, веселее, чем живая цыганская музыка и песни? Коллектив великолепный. Вот появилась возможность посотрудничать, и именно на такую дату, что было решено сделать концерт коллективу в Бресте. Привезли любовь, День Святого Валентина, Лорочка. Поэтому, конечно же, мы привезли любовь. Мы привезли как старые романсы, старинные, которые не исполняет никто, но безумно это народу нравится. А так мы привезли что-то новое, современное, веселое, зажигательное. Немножко испанского, немножко молдавского, немножко русского, немножко белорусского. В общем, целая банда с целой бандой новостей. Но при всей современности коллектив «Джипси Бэнд» продолжает традиции цыганской культуры, богатой за душой. Душевными романсами и зажигательными танцами. В Народном театре соединены цыганские песни и современная хореография. Так они создают театрализованное шоу, которое не оставляет зрителя равнодушным, поскольку отдаются тому, что делают, всей душой. В коллективе «Джипси Бэнд» лишь один этнический цыган, но вся труппа считает себя цыганами, поскольку они слышат, как пахнет ветер, понимают восход и закат солнца, они вкусили сладость свободы, а потому они настоящие ромелы. И они не блефуют перед публикой, они так перевоплощаются, так входят в ритм звуков и слов, что происходит самовыражение души. Прежде чем мне начинать петь песню на цыганском языке какую-то, либо что-то говорить на цыганском языке, я могу подписаться под каждым словом, потому что все это у меня есть знакомые ребята, которые цыгане, настоящие цыгане цыганской диаспоры, и я с ними, конечно же, советуюсь и всегда спрашиваю о текстах, песнях, о чем эти песни, а что можно сказать, а что это значит. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».